Вот у нас строят по команде, можно сказать, президента по жалобам школьников крытый каток. Вот. Осенью только начали. Сейчас я, может, на лавочку зайду. Или сюда зайти посмотреть. Вот. Тут еще пока строительные. Вот. Вот стройка идет, забор. Вот строят крытый каток, чтобы детям можно было здесь заниматься, кататься. Пока не пожаловались президенту, ничего не начиналось. Сейчас вроде бы строят. Вот начали где-то в начале осени. Октябрь, его тоже сколько сделали. Что значит пинок надо в одно место. Вот. Вот прошлась погулять. Вот зашла заодно. Сейчас забор вот поставили. А так без забора можно было кое-что бы посмотреть. А так ничего не получается. Вот гуляю. Пасмурно сегодня у нас. Очень. У нас хорошие сосны стоят красивые. Ну, пасмурно, темно, но все равно что-то. Машины гудят, гудят, гудят. Все равно слышно. Вот я пошла погулять, а то сижу дома. Чувствую, что надо движение. Не зря же говорят, движение – это жизнь. Вот прошлась, чтобы была жизнь. Вот это наша улица, вот шахматный клуб. Шахматно-шашечный клуб. Вот. Все на автобусах, а я решила прогуляться. Красивые сосенки такие построены, посаженные, построены. Посадили их, наверное, много лет. Лет 20 им, как не больше. Больше, лет 30. Этот район недавно начали отстраивать. Где-то в 80-х годах, в середине. Вот. Мой автобус пошел. Вот такие дома сейчас. Китайские рабочие строят там, как грибы растут. О, кран стоит. Это на катке каток строят. Ну, дай бог, чтобы все было нормально. Крытый каток – это ж хорошо для детей. Вот эта улица у нас называется Пионерская. Такая аллея, по которой народу мало, все дома сидят, на работе. Городок маленький, компактный, правда, хороший городок. Вот. Хочу показать, вот, как я гуляю, прогуливаюсь. Вот здание какое-то, что такое построили. Это, наверное, какая-то, не знаю для чего, какое здание. А дальше жилой дом, вот большой за ним. Сейчас же все офисы строят, магазины. Но они все как-то строят с башенками. Все у нас с башенками, все с такими интересными. Хоть пошел тротуарчик, а то галька была. Вот. Все сосны у нас, вон целая аллея. Вот это жилой дом. Сейчас машин больше, чем людей. Поэтому пустой город. В городе живут пенсионеры и маленько студентов. Потому что
работать негде. Молодые уезжают. А старикам куда ехать? Им здесь спокойно, хорошо. Городок маленький. Чего бы им здесь не пожить спокойно. Все в шаговой доступности. Там дальше у нас магазин, там мясо покупаем наших фермеров. Ой. Дорога шум. Вот сколько иду, 1-2 человека встретились. А 5 час вечера. На работе люди. Идем, прогуливаемся, чтоб не засидеться дома. То ножки бедные не двигаются. Вот такой вот аллеи у нас из сосен. Сосеночки красивые, скоро позеленеют. Сейчас они еще такие не очень. Далека улица, вот жилые дома, вот на той стороне, еще давнешние, еще серые эти дома, это, наверное, 70-х построены. Так, ну эти уже вот китайцы, они разноцветные строят. Такая аллея. Летом здесь идешь, прохладненько, хорошо, ни солнца тебе, ничего. Я люблю здесь гулять. Полчаса до дому, все, прогулялась и обратно полчаса. Час, это ж хорошо. А что дома сидеть? Дома скучно. От холодильника до дивана, от холодильника до дивана. А здесь хорошо прогуляешься. Вот такие у нас елочки, сосеночки. Хорошо, зеленый такой летом. Вообще красивый покажу. Все зеленое, все озелененное. Красиво, конечно. Вот еще торговый центр. Это все торговый центр. Вот. Нарисовано молоко, мясо. Наши фермеры привозят, сдают. Вот мы здесь берем. Ну, тут уже улица более пошла насыщенная такая. Сейчас сшибут, что доброго. Вот идешь, тут уже сосенки. Сосенки эти закончились. Баннеры, как всегда, как везде. Вот. Все. Вот залив. Вот я иду вот этой вот дорожке, окаймленной железной оградкой. А здесь вот залив. Вот залив идет далеко туда дальше. Правда, я не знаю, как он тут образовался. И вот. Дальше дома такие. Все, торговля. Ну вот, подходим. Вот это серое здание большое. Это ресторан. Айвенго называется, как в сказке. Там рыцарь такой стоит в зале. Я была, видела. Но у нас здесь очень обслуживание в ресторанах плохое. Платят, видимо, мало. Девчонок наберут. Они лохматые, без колпаков. Обратила внимание, ручки не особо ухоженные. И я не стала ходить по ресторану. Вот это тот ресторан Айвенго.
кустарник тут. Вот у нас еще торговый центр. Вот ресторан Айвенго. Вот у нас. Ну, мне не очень понравилось обслуживание. Ну, кому чего. Людям надо, если отмечать что-то, они приходят и отмечают, не зацикливаются. Вот. Это все торговое. Все торговые люди. Купцы, я их называю. Вон ТЭЦ наша дымит. У нас такая задымленность, конечно. Фильтры, говорят, плохие. Вот все уже пишут, жалуются, а толку ноль. Вот это наша беда, вот как дымит. Вот, вот наши торговые, золотая рыбка. Ну, ладно, я уже подхожу к финишу. Обратно уже что показывать? Все показала. Пока-пока. Заходите на канал, я вам все расскажу про свой Биробиджан.